Добрый день, дорогие друзья, с вами снова сегодня Андеркун. Мы продолжаем наши приключения в связке глобальных модов Azurlane и гигаструктуры. И продолжаем растить нашу великую империю миленьких модненьких тяночек. Я пробежался тут кое-где, поставил строиться здания, там всякое такое разное. Да, чекнуть холдинги нужно. У нас здесь, кстати, синаптический станок. Синаптическое латте происходит. Вот на релике, кстати, не хватает у нас бранч-офиса. Это плохо. Поэтому рессоры к Минополису можно немножко отложить. Остальное как бы у нас нормально. Мы провели успешную кибернетизацию, апгрейд нашей миленькой расы. Вот, и двигаемся дальше. Научники у нас пока вернулись домой, ничем не заняты. Ну, девчонки две пересядут на научные планеты, которые здесь делаются. Нам, в принципе, нужно разгонять сейчас науку. В первую очередь. А влияние мы будем тратить на расширение планеток. У нас есть Ideal Transformation, он нам поможет. Да, к сожалению, здесь мы его поставить не можем, ну да ладно. У нас очень научный совет получился, три ученых, два принципала и министр обороны, короче говоря. Да, закупку редких ресов можно давным-давно отменить. У нас уже есть ресовые планеты, которые взяли на себя эту функцию. Белые кубы, ну пусть пока закупаются. Минералы тоже, кстати, можно отменить. У нас активно растет население, связанное с этим. Так, у нас здесь Арк Фурнес строился, который должен нам помочь немножко с минералами и сплавами. Хотя, как видите, приток этих ресурсов мы существенно увеличили в прошлом эпизоде. У нас все раскопано, все сделано. И вот 4 новые колонии у нас появились. Так, это научная колония. Здесь просто все. Делаем вот ментейшн центры. Ха. Да уж. И генклиники. Нам сейчас нужно просто отстроиться. Так, соответственно, это планета Science. Планета. Поэтому она, наверное, будет Harbor Planet. Как и остальные. И при колонике нам нужно прожимать вот эту штуку сразу же. Хорошо бы, конечно, расширение попрожимать, но для этого нужно влияние. Надо, короче, флот строить по-хорошему, чтобы влияние лутать с него. Да. Так, дальше минеральная планета. Все то же самое. Сначала вкладываемся в рост попов. Вот. Да, кстати, неприятная история. Надо все равно расчищать квадратики. Вот. И сейчас надо по-хорошему делать упор на эти научные планеты. Соответственно, ресовая планета тоже должна включиться в процесс. И еще одна минеральная. Потому что, да, минералы нам понадобятся. Здесь всего 7 районов, но их на самом деле станет больше, когда мы планету прогрейдим. Так, соответственно, четверка минеральная. Да нет, наверное, Harbor Planet и не дурить голову просто. Как и ресовая, в принципе, планета. Тоже Harbor Planet и не дурить голову. Это также рост попов на 25% бахнет нам.
Все, тяночки наши растут. Синоптический станок надо, кстати, закупить еще до 40. Можно поднимать количество работников. А по поводу синоптического станка, надо его дальше грейдить. Очков кризиса у меня 2600. Ну, прям шикарно на самом деле. Что можно построить? Стаба у нас и так сотка. Так что проблем пока нет. Можно поставить, конечно, Expanded реактор, снизить немного затраты, но... Мне кажется, что нормально и так. Нам нормально и так. Так, это мы... каменных созданий каких-то изучаем. Да, и еще одна планета у нас готова научная застраиваться. Менюшечка мешает немного, ну да ладно. Decision мы прожали. Все, новые планеты нужно будет тоже расширять. Короче, влияние нам на самом деле надо очень много. Единственное, что ты у нас Harbor Planet. О, 16-й левел у Акабы. Офигеть теперь, товарищ. И 12-й у Куруми. Она у нас консумерница. В принципе, прокачала свой перк. Efficient Staffing. А что у нее? Queen of Product скачается. Ну да, логично. Так, я уже могу покупать, кстати, advanced skill points для своих лидеров. Unity Ambition и Ascension Perk Unlocked плюс один. Так, вот это вот очень большой апгрейд. Почему? Потому что мы прожмем сразу же указ Will to Power. Это плюс 5 влияния ежемесячно. И Scientific Revolution. Да, это нам подрежет, конечно, единство, но с другой стороны, оно того стоит. Shipbuild Speed 10%. Очень дешево стоит указ, можно бы и взять. Так. Окей, теперь на Science планеты нам нужно посадить девчонок, которые у нас не останутся учеными. Это Марко Поло и Сяо Си. Наверное, ее так зовут. Так, Марко Поло. Ты теперь у нас Гоф. Гоф Эксп. И Сяо Си. GoFXP. Сюда лидера нельзя посадить никакого. Так, на ресах девочка сидит. Консумерная есть. На релике Жабагадюкинг работает. Минералы, Тенсили, Фуд. Это все, конечно, такое себе. Это сверхплотные материалы для строительства наших мегасооружений. Так, Азума. Она у нас гувернор на еде с... на энергии с фудом. Вот так вот. И ни одного подходящего перка для нее нет. Она рефайнери. Там есть минеральная планета, она даст бонус на сектор. Поэтому геологи эксперт. А так, стоп. Я забыл посмотреть Азумы скиллы, какие у нее вообще есть. Норман Планер, понятно. А, ну Трейд Роуд координатор, да. Здесь баф на империю просто идет. Очень удачно. Мега Констракшн.
Да, кстати, второй уровень кризиса у нас. Можем даркматеровые штуки изучать. И помнится, Riddle Escort это прям имба и не контрится. Будем начинать потихонечку флотецкий тогда строить, чтобы влияние себе подбафать. Ибо нам этого влияния понадобится дофигища. Так. Чё тут только нет. Frequency tuning нам дали. Кстати, что у меня вообще по астральным экшенам? Нам нужно астрал сифон изучить будет. Так, это накидали нам экспы советникам, кстати, за счет этого. А 30 тысяч социологии, конечно, забавно выглядит. Но внутренняя стабильность, наверное, нам тоже пригодится. Так, Парсалия. Зурпримус, то есть она сидит, да, в правительстве у нас. Терраформинги. Да, давай терраформинги, чтобы быстрее делать. Яцен, Белфаст, Ношера. Кто только что не понав... левелапал. Нейви инструктор тоже прикольная штука. Синаптический резонатор. Бафает на 1% нейрочипы, которые мы производим на станке, кстати, от количества попов. И синаптик оверлокер мы будем изучать и ставить. Так, Белфаст, девочка моя, ты у меня в совете сидишь, да? Да. Кстати, еще ребята в совете поапались. Ассендер третьего левела получается. А кто еще апнулся? Окабе. 16-й левел. А, он уже был. А, у Белфаст еще обычные скиллы апнулись. Ну, Инквизитора берет. Янсен, 15-й левел, девочка. Молодец какой. Так, у нее есть еще и выбор между двумя видами. Двумя видами инженерки. То есть нам нужно что-то, что не материалы, не воидкрафт и не индустрия. А, ну, в общем, ничего нового. Ладно, биологию возьми. Так, и надо проверить, нет ли у кого-то есть, у кого у Ядсен как раз-таки есть скилл. И она может себе четвертого асцендера взять. Ну, отлично. Наука у нас будет лететь просто невероятным образом. Что у нас по research спиду? По 4 сотки. Это значит, что нам нужно 550 хотя бы, чтобы блок кэтов вытащить. Гарантированно. Да, новые здания, конечно, дали нам существенный прирост всех ресов. А теперь надо будет жестко строить науку именно. Ну, у нас Академии наук здесь строятся, кстати. А, технологии зоны. Меркофисы. Рейнс. А, ты у нас сталеварка. Ну, добирай тогда. Distribution менеджера. Ладно, ретрит, не будем там Dark Star. По-моему, там дебаф будет неприятный, если Dark Star пообзервить. Цитаревитализация комплекса. Зурлейн Культур Плаза 248 единства. Ё-моё, 12 счастья, 90 благ. Ух, имба. Не, вот это надо сейчас изучать и строить везде. Так, астрал экшены. Здесь мы продолжаем закрывать фейт, потому что он даст плюс один влияние в месяц. Я что-то хотел и не могу вспомнить, что. А. Посмотрим, не продают ли еще попов. Нет. Не в этот раз.
У нас синаптик-резонатор появился, который апкип от джоб увеличит на 100%, но нейрал чипы увеличивает. Их поставим 2. И посмотрим. А возможно, Expanded реактор будет не самой плохой идеей этот апкип немножко сдержать. Короче, тут не дохнут попы, если их всего 40. Если больше 40, там чем больше попов, тем быстрее они начинают дохнуть. Теоретически можно ставить оверлокеры, которые перегружают выработку, да, вот этого всего дела, и ехать за счет этого. То есть малым количеством попов, но дико эффективно из них производя эти чипы. Так. Тут у нас не хватает жилья везде, включая тебя. С жильем что-то вообще тяжко. Что на столице делать? Я так и не разобрался, но по идее мы должны здесь сплавами заниматься по-хорошему. Давайте еще жилья подстроим. Азурлейн Культур Плаза. Это наш пропуск. Ага. Мы сбежали от черного света и получили дополнительную физику от Астрал Рифта. Неплохо, неплохо. Окей. Здесь что? Еще мастер билдеров надо делать. Это нам сейчас очень много даст. В остальном пока... Justice сразу взять на наличие этих зданий. Это для псиоников, мы кибернетики. Так, Азерлейн Культур Плаза нужно ставить. Я думаю, вместо ученых. В первую очередь... А, тут уже реплейсится здание, да? Но грейдится, по-моему. А, ну ладно, здесь научная планета, здесь можно. Ну просто 200 с чем-то, блин, единство за азурных артистов, это, конечно, прям мега вещь. Мы сейчас полетим просто закрывать всякие традиции. Так, и здесь надо ставить тогда новое дополнительное здание. У нас лимит, по идее, расширился, но что-то оно не появилось. Может, день нужно промотать. Так, это новые планеты. Вот тут минеральная планета тоже может нам единство производить. Заодно это блага. Заодно это вон счастье попов. А у нас со счастьем проблемы. У нас есть несовпадение, так сказать. Этик нашего государства с нашими, блин, правителями, фракции страдают, короче. Приятного мало. Нифига себе тут слотов зданий уже сделалось. Ё-моё. Habitation District. We need breathing room. На, мы все ячейки откроем. Отличная будет планета для производства редких ресов. Кстати, о производстве редких ресов. Добавим еще джоб. Попы тут есть. Как раз подрастут еще. Рефайнинг эксперты у нас тут есть. Сам почему джоба не меняется, конечно. Но это, наверное, потому что это хабитат. Так. Надо флит команд лимит поднимать, если мы хотим новые кораблики собирать во флотик. Орден Нумы был уничтожен. Ну, блин, ребят. Странная трансмиссия. We will find you. Понятно. Меня кто-то ищет. Портальщики, наверное, вылазят.
Quantum Drilling Plant 6 майнер джоб дает. Это здание вот как раз спящих. Но нас интересует Riddle Escort сейчас. У нас так-то по ресам все шикардосно. ТМСы могут просесть, но с ТМСами мы как-нибудь справимся. В конце концов. Не, релик должен сплава качать там парень. Синаптический оверлокер. Даркматер реактор. Надо Даркматер массово, что ли, покупать тогда начать. Раз и флот собрался строить. Давайте. Fleet Command Limit. Цитадель комплекс. Это чтобы у нас было всего дофига. А у нас есть 100 Даркматера, и мы его можем покупать. Деньги есть. Давай на все. Будем закупаться. А нет ли попов? Есть попы парочка. Работайте, парни. Вот он, оверлокер. Он будет очень сильно ускорять потерю попов в случае, если мы 40 превысим, да, но он очень сильно увеличит их эффективность в производстве нейрочипов. А этого нам будет достаточно для того, чтобы двигаться дальше. Так. Ты на троне сидишь, девочка, да? Ну, возьми геологического экс. Хотя минералы сейчас не нужны. Докачается когда-нибудь. Цитари витализалки. Лидер лайфспан. Basic maintenance guarantee of mind cube. Это хорошая штука. Баф планету. На планету. Он счастье и рост попов. Рост попов у нас всегда. Всегда ему дорога, да? Всегда ему почет. Да, короче, бафалки рост попов. Теперь везде протыкаем что заранее, чтобы они были. Это три новые планеты, они пока не могут. Вот, поэтому медиков нам, пожалуйста. Это мы дело любим. Такс. И надо сразу думать о наших соседях. Возможно, первой целью могут быть вот эти типы. Здесь живут Ancient Caretaker, и мы можем, выбив вот этих, обезопасить себя от хана, еще и занять эти планеты и территории. Получится очень вкусный сектор на самом деле. Сяо Си на научной планете сидит. Она будет, значит, мануфакчерером. Вот. Maintenance центр. Это как клиники Генки, но лучше. Да. Building слот дает. Organic Pop Assembly Speed 30%, чего у нас нет, к сожалению. Ну, все равно. Это decision у нас на планетах прожимается. Во, да. Хорошая штука. Ускорит наш рост. Увеличит наше счастье. О, кстати, Building Planetary Mind Network здесь уже доступен. Здесь, кстати, тоже он может быть доступен, если я переселю откуда-нибудь одну девочку. Да. И здесь он уже в списке или уже сделан? Сделан уже. Это наши четыре колонии фронтмена. Продолжаем грейдить сеть для подключения разумов. Ну и, конечно же, на новых планетах мы тоже можем ускорить себе рост. Шикарно. Мы сейчас попрем просто. Жаль, счастье нельзя завести на этот синаптический станок. Жили бы там люди. Горе бы не знали. Влияние сейчас подкопилось. Давайте новые планеты расширим как раз-таки. Это Mastery Subjugation.
Соответственно, мастери subjugation. Мастери subjugation. На этих всех это все есть, да? Да. Да, везде, видимо, протыкал. Это хорошо. Мастери subjugation. И у нас остается одна планетка, вот эта вот минеральная. Надо не забыть и там это сделать. Все, вопрос с редкохресов решен. Можно заранее попрожимать вот эти все бафы флотские. Просто, чтобы о них не думать потом больше никогда. Industrial, Forge Subsidies. Нет, у нас единства маловато. Хотя сейчас будет дофига, но мы его вот сюда еще потратим. Так, Architectural Renaissance обязательно. Grand Fleet, да. Ну, потому что у нас же будет сейчас дикий прирост просто. Куб оверклокинг. Единство, поэтому мы можем себе это позволить. Да. Так, эти два сайенс-шипа уже нам не нужны будут. State of Мекнаса были сожраты. Кем-то в этой галактике недружелюбной. Ну окей. Что ж тут поделать? Надо еще 7 попов сюда докупить. Но что-то галактика не особо настроена на торговлю. Это maintenance центр, его тоже нужно везде построить. Intelligence trade центр тоже везде надо построить. Так, что дальше? Endurance. Does dark matter power, который у нас так есть, но... Нет, надо брать Anguish, потому что он снизит стоимость строительства корабля. Для нас это сейчас будет прям архиважно. У нас пока что минус 5% за бастион какой-то там дается. Да, и надо начать инфраструктуру-то по производству кораблей уже продумывать, потому что я тут, конечно... Что-то сделал. А, вот у нас... Вот это у нас база, соответственно, торговлю собирает воедино. Надо пометить эту систему. Trade. Что у нас тут стоит база, которая собирает торговлю с нашей территорией. Так, ну вместимость флота мне пока не надо, но можно построить Deep Space бла-бла-бла. Кстати, мы дофига баз можем сделать. Кстати, мы дофига баз можем сделать. Deep Space Black Site. Можем, в принципе, всю свою территорию застроить. Гадхра, Ханнар. Соответственно, Трон тоже. Так, ну, если мы можем себе позволить прям все застроить, у нас лимит баз благодаря Джастису резко увеличился, то самое время потратить наши отличные запасы ресов. И я совсем забыл, к своему стыду, надо не забыть, Мы же в конце концов мегаконстракшн изучили, а у нас там кольцо разрушенное лежит на заднем дворе.
Надо бы им заняться. Так, а не сильно ли я по базам разогнался, а? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И двенадцатая тогда вот здесь. Все. Должно быть норм. Готрия нечего строить. Теперь думаем насчет того, где у нас будет что. Нет, сначала прогрейдим вот эту линейку баз, да? Потом уже будем думать. Пока что на троне добавим четвертую верфь, тупо ради того, чтобы вот это кольцо заселять. Да, мы можем его делать. Единственное, что сверхплотные материалы будут делиться на всех, поэтому да, поровну мы быстренько не построимся. Но у нас есть вот эта тенсель планета, и по идее... Два мега-констракшн логистик-хаба, которые дают очень много-много-много этого реса. Поехали. Стройся, не перестройся, называется. Так, это наша милашечка, которая управляет минеральной планетой. Она прокачала все, что можно было для минералов. Conscription Agent. Тазиет. Давайте мы эту планету пометим как военную академию с минералами, да? По скиллам. По скиллам. Что у нее по скиллам вообще? Национальный герой. Клёво. Unity, Happiness. Астрал меха пермишена накачает, да? Ага. Так и есть. Star от меха лимит дает. Вот энергию и потратили ей. Все. Вообще, что тут? Только Стронгхольд можно поставить. Давайте Стронгхольд поставим, чтобы отличать эту планету. Вообще, по идее, должна быть какая-то военная академия появиться. Wisdom Cube Maintenance Center надо везде поставить. Никаких, блин, шифтов этих мне не нужно. Да, давайте, короче, сразу их закинем в это в очередь. Потому что... Это рост попов. Рост попов — это самый лучший показатель, который можно где-то надыбать себе. Так что, когда планет, видите, 21 красный алмаз нужен на здание. У меня 27 всего в месяц приход. То есть то, что я их так маниакально копил, это было воистину необходимо. Так, ну новые планеты подрастут чуть-чуть. И мы на них тогда это здание будем строить. На остальных строим уже сейчас, по сути. Добавим слотов зданий, чтобы всегда было. Вот, теперь у нас производство 123. Осталось еще сюда 7 попов заселить. Жрет, правда, эта штуковина. Боже мой. Да. Ну тут еще можно будет уровень планеты подкачать, там все дела. Давай, Релик, тебе надо вырасти. Очень хорошо вырасти надо. Это новая. Все. С этим справились. Ай, надо думать, куда астрал сифона еще тыкать для прироста. Но, в общем, мир кольцо мы начали восстанавливать, и он может стать для нас хабом научным, очень мощным. Так, ты у нас... Канпоку Юму тебя зовут, да? Да, девочка на консумерках сидит, и у нее там консумерный перк, собственно. Efficient Staffing. Поздравляю тебя с этим.
Это наша правительница, прекрасная Элизия. Инвестор Trade Value. Unity от Job. Ну вот, кстати, Unity от Job. Хороший баф. Юан это наш артиллерист. Слушайте, что-то он никак не рольнет тот перк, что я хочу. Флип команд лимит плюс 50. Intelligent Trade Center. Тоже шикарная штука, с учетом того, что для нас торговля это двойная история. Так, давайте Naval Capacity поднимем. Riddle Escort у нас есть. New Neutron Armor. Вот, это армор, который, видите, уже коробочки требует. Давайте его ткнем. Надо собрать какие-то корабли более-менее, чтобы они были по техам. No slaves. Жаль, нет кнопочки auto buy slaves. Офигеть, Рентара 17 левел уже взял. Чел, ты просто нечто. Ладно, давайте дотыкаем уже эти перки. А, не, вот это вот полезней. Билдинг слоты и все дела. Так, ну синаптический станок работает на полную. Кризисных очков мы набираем теперь вообще дофига. Там война очередная у галактики. Желаем им всем удачи, как говорится. Dark Matter реактор, но вот есть Power Core на самом деле уже коробочный, и он лучше будет. Science Nexus. А, не, я ж пока кольцо строю, нафиг мне Science Nexus, да? Бабах. Базы решили достроиться. Ну тут вот подождем, когда достроятся все здания. Всякие разные, интересные. Будем грейдить базы до второго... А, нет, стой, какой грейдить до второго уровня? Сначала придется прочекать, чтобы у всех были эти... зафиксированные торговые пути. Чтобы случайно не было чего-то лишнего. Так, так, все. Да, вот здесь, наверное, будет все наукой засижено. Может быть, одну на энергию, но вряд ли. Так, новая нейтрониевая броня, это, конечно, здорово. Но теперь нужно остальную начинку подтянуть. Кстати, здесь не хватает парочки указиков. Вот так вот. Опа, а здесь я что не прожал вот эту штуку. Косяк. Окей, все. Влияние снова надо копить. Ладно, сейчас начнем кораблики потихоньку строить. Этот процесс пойдет. Wisdom Court. Max Corporate Building плюс 1. Executive Officer. Это хорошая джоба, потому что содержание джоб снижает. Короче, да. И Max District плюс 1. Ну, как бы мимо такого не пройдешь. Afterburner, да? Давайте. Базовую нашу эту потыкаем. Тронный город. Distribution Manager. Окей. Угу. Даночка апнулась. Ну, она на корабле сидит, ждет лучшей жизни. Так,
Орбитальная аркология, Max District, non-artificial planets only. Ладно, подождет пока. Давайте соберем все-таки какой-то флот. 2258 год. Самое время начать, если что, действовать. Railgun. Advanced Railgun. О, всех попало. Так, это наша девочка Азур Примус. Что у нее за... Президент галактики. У нее скилл классный. Вот этот на сплавы, консумерки и торговлю. Что ж, хорошо. Так, еще куча разных людей, разные левелы получилось из света. Давайте Conquer Nature тогда уж. И да, я не расселяюсь супер агрессивно, потому что Azur Lane, он вообще про планеты вертикальные, намного больше, чем горизонтальные. Military и New World. Чего у нас нету из генетики? Military теория есть. Это Бельфаст у нас апается. А у тебя биология. Так что New World это та экспертиза, которой нам не хватает в совете, да. Хорошо. Соответственно, у тебя... О, пропульшн материалы. По-моему, чего-то из этого у нас нет. У нас есть материалы. У нас есть Voidcraft индустрия. Нету пропульшн. Отлично. Все, сформировали наконец-то. Еще скиллпоинты. Psychic Master. Ух, ты ж посмотри на нее. Это наша девочка в совете. Naval Ship Starting Experience 200. Ну, неплохо. И у этой девочки Азур Примуса все еще есть что-то интересное для нас. Да Unified фокусы и не парится, да? Так, окей. Здесь мы качаем дальше. Ship Weapon Range 8%. Это прям очень хорошо. Это прям здорово. В Galactic Совете Galactic Emergency Relief. Ага. Три энергии будут давать тем, кто под штормами стоит. Сидит, чтобы их им помочь. Так, а что здесь делается? Interstellar Recruitment Office, Shipyard, ну пусть доделываются. Возможно, стоит столицу под трейд отпустить. Advanced Railgun. Кинетическая батарея, потому что очень люблю такие вещи. Во. Intelligent Trade Center мне сильно мои филиалы, конечно, бафнет. Астрал Сифоны, блин, надо ставить. Просто везде. Даже не из-за науки, а из-за того, что они вот эти ниточки производят. Стралсифон. Диктфунд плюс 50. Ну, прикольно, конечно. Я думаю, что мы без этого проживем. Дом. Молельный дом, да? Культур-воркеры. Спиритуализм. Счастье, Housing, Priest, Job, Planet Limit 1. Нет, не интересно. Intelligent Trade Center нам интересно. Далее здесь у нас производство ТМСов, остальное нам здесь как-то такое себе. Военная планета. Ну, типа военная. На самом деле, здесь, как и везде, торговли овер дофига. Поэтому Trade Center, конечно же. И астральный сифон. Здесь тоже Trade Center, астральный сифон. Дрейк девочка апнулась. Во. Ядро, собственно. Класс 3 сингулярность.
Ага. Это здание спящих, собственно, на энергию. Так, ну такими темпами надо уже третий левел кризиса изучать, потому что мы там на подходе по очкам, по-моему. Латте синаптическое. Во, еще парочку завезем. Трудях. Трудяги, трудитесь. Кинетическая артиллерия. Что еще тут есть? Ванс Афтербернеры. Там же слот новые эти начинают появляться. Короче, штуки. Азурлейновские. Астрансифон. Оборудование для кораблей, имею в виду. Intelligent Trade Center. 10 клерков для 2 мершин. Конечно, жопа эта штука дает. Ёлы-палы. Мое почтение просто. Здесь продолжаем качать. Тронный город сделался. Что тут вообще? Уже половина этих штук почти сделалась. Wisdom Court. Nourishment комплекс какой-то. Так, Wisdom Court мы открыли для себя. Это движки, кстати. Новые. Окей. Оу, у нас белых кубов не хватает. Ладно. Так, Wisdom Court. Здание, которое мы не везде построим, потому что оно внезапно будет там требовать, чтобы колония развитая была. Я, правда, не помню, какой именно у Wisdom Court лимит попов, но сейчас пробежимся по всем планетам и заполним их заодно астрал сифонами и этими Intelligent трейдом. Ну, потому что торговля, да, как я уже сказал, она нам овер дофига дает. Игнорировать ее не стоит. Клерки в нашем именно случае это хорошая штука. Wisdom Court, Astral Siphon, Trade Center, Tensile Planeta, тоже Wisdom Court, Astral Siphon, Trade Center. Даже без клерков мы тут вон сколько всего производим. Так, это новые планеты, они пока отдыхают. Intelligent Trend Center, Astral Siphon и Wisdom Court. Соответственно, надо еще парочку районов здесь добавить. Intelligent Trade Center, Wisdom Court, еще райончик добавим. То билдинг слотов может не хватить. Здесь опять откладываем аркологию, но это норма. Эти здания нам сейчас больше дадут всякого интересного. Итого ниточек мы производим, ну пока что девяточку, джобы еще не все заполнились. Но начали. Так, базы. Ну пусть грейдится, у нас сплавы должны подкрепиться. О, ты планета хочешь сказать, что ты закончила, да? Уже 4 попа везде выросло. Идеально. Значит, мы по всем про... Не, надо больше 4 попов, нужно 5. Упс. Значит, не свезло. Синаптический сустейнер дает хаузинг и амените. Блага, да? То есть вы им блага собрались давать этим несчастным. Еда. Кстати, можно будет еще указ Nutrition Plentitude прожать для того, чтобы спокойно еще расти. Че, slaves за 300 бакс? Да, 4 штуки осталось купить. Что из этого мне надо? Том Ворлды пусть будет.
Все, растем. Тут, конечно, столица у меня. Просто бардак. Еще азур-артисты появились за эти районы. Так что 6000 единства. Нормально полет. О-о-о-о. Алмазик и modification поинты для наших девочек. Пусть и 7... 7 месяцев будем изучать, да пофиг. В принципе, наука у нас подрастет. Блин, надо где-то белые кубы воткнуть, производиться. Вообще, вот эта рейсовая планета, да, у нее сейчас закончатся слоты под эти специальные крутые здания, да. И попов, правда, нифига не хватает. Прям от слова совсем. Но технически она может Wisdom Cube Copy Factory сделать и Starship Модуль Factory. О! Артизаны металлургии. Тара-тара-та-та. Ну, не знаю. Так. Кризис левел 3. Окей. Главное, чтобы нас за это не наказали. У нас гипердрайва нету, даже второго. Позорище. Ладно, по месяцу на технологию, я думаю, быстро изучим. Distribution Manager, трастеры. Вот эти, кстати, компоненты новые, зурлейновские. Enigma Battle Cruiser. А давайте сразу Battle Cruiser реально будем строить, раз такая пошла. О, пацан пришел. Он хочет руководить Slaves. Ну, кстати, минералы может добывать. На минеральной планете сидеть как раз-таки, чтобы не нанимать каких-то лидеров там, да, девчонок. Потому что лидеры девчонки, они... Командеры не особо направлены на то, чтобы сильно это... Минералы собирать. О, Элисия опять поднялась. Слушайте, ну она вообще молодец. Молодчиночка, конечно. Качается, 17-й левел. Science Nexus опять же можно было бы изучить. Да, нам сейчас, конечно, очень не хватает военных тех. По военным техам надо догонять и догонять. Короче, белые коробки надо еще на этих. На кольцах наших добывать, видимо. Еда плюс food. Геологи эксперт. А, она должна была бафать, кстати. Фигизар. Но что-то пошло не так. Ладно, там, в принципе, и другие колонии, наверное, будут какие-то минералы добывать. Плюс-минус. Вот, кстати, может быть, здесь еще коробки развернуть. Офигеть. Пацан 18 уровень взял. А Сендера и Скаляра он уже прокачал по максу. Что теперь? Knowledge sharing. Лидер XP gain. Ну, в принципе, лидеры сектехов у меня и так хорошо качаются. А вот эта штука будет бафать нам флот. Weapon damage, fire rate,
Шилды, ХП, армор. Ну, блин. Это как, извините меня, как 4 репитки каждого типа. Так еще и ХП, которое фиг ты где раскопаешь в другой части. Галактический идол. Единство, счастье и удовлетворенность. Точнее, доверие. Ладно, давай. Кабы. Бери вот этот перк тогда. Партиклы ты доизучал. Consent Modification Point плюс 2. Это шикарно. Fleet Command Limit. Так. Во, у нас теперь 4 трейд-поинта для прокачки. Я хочу оставить обязательно этот перк на торговлю. Вот, может быть, можно будет убрать, кстати, перк на блага. Так, это новые планетки, и у них уже по 5 попов. Значит, им нужно обязательно поставить вот эту клинику. То, что она тоже будет им очень хорошо бафать рост. Да, кстати, а тут не нужно заблокировать. Нет, нормально. Производятся те, кто должны производиться. В принципе, больше сильно планет не нужно будет, разве что растить попов. Консумерницу пустить тоже на производство, блин. Не знаю. Бранч-офисы, вот что можно подкачать. Кстати, вот здесь вот мы будем брать в первую очередь свой этот кап флота. Что намного будет проще, чем это делать базами. Хотя базами тоже можно делать. Фарсалия. Unified Focus. Тогда уж. Лоский Command Limit. Лоский Command Limit. А, для того, чтобы еще воевакать весело. Кстати, Демиург. Забыл про него. В мегасооружениях очень важная штука. Там и скорость постройки, и дешевле, и даже чуть больше ресурсов мегаструктуры дает. Industrial Limit Break. О, Advanced Building Technologies. Planet Transformation Policy. Вот, это превращать как раз планетки в азурлейновые. Ну и Red Diamond D плюс 2, как бы. Плохо никому от этого явно не будет. Все. А зачем я сюда изначально залез, я уже и не помню, кстати. Нет, нет, не помню. Не могу вспомнить, зачем я сюда залез. Бранч офисы. Так, Planet Transformation через Planetary Decision. Вот. Азур Гая и Азур Стар Харбор. Там два типа планет, возможно. Кстати, Бризен Рум теперь опять нужен здесь. Влияния, как обычно, нет. И вот именно на эти превращения у нас и уйдут все красные алмазы. Потому что там по 600 и по 800 стоимость вот этих вот превращалок будет. Это будет реально дофига требовать. Так, Endurance, потому что он даст возможность построить еще одну вот эту штуку для производства. О, кстати, почти закончились кольца. Кольца почти построились. Вот эту штуку я хотел прогрейдить, все, я вспомнил. У Distribution Manager, значит. Сидит девочка на стальном троне. Звучит-то как, а? Автономные мехи, это, конечно, весело, но не то. На и волкопасти можно качнуть. О, Enigma Battle Cruiser.
Теперь нам надо под этот батл-крузер, собственно, нормальные технологии собрать. Кстати, титаны плюс 10 Fleet Command лимита. Так, физикар построился. Здесь что? Да здесь сидим, ждем. Вообще, для полного развития Зурлейновой планеты нужно, по-моему, 80 попов. Если хочешь прям вот все-все-все простроить. Поэтому там, где есть 8. О, все, есть. Отлично. Набираем. Пень, 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 пень. Все, с ракет пацаны производят. Стабильность здесь не нужна. Ничего больше не нужно. Содержание снизить. Да у нас денег. Хоть одним местом жуй. Так. Capacity Starbus мне, наверное, пока нафиг не надо. Империя суперактивно строится. Белые кубики даже восстановились. Так, Science Nexus. Two population traits. Это мы хотели бы свою, кстати говоря, расу еще разок прогрейдить. Поэтому давайте вот это вот изучим. Чтобы все доступные трейты были, если что. Что тут есть полезного? Naval capacity from soldier jobs. Да, это пригодится, потому что у нас как раз они стоят, эти soldier jobs, на наших филиалусах. Так, что здесь? Все ли я здания уже азурлейновые, кстати, изучил? По-моему, было еще какое-то специфическое. Что-то вот как будто в этом разделе еще было такая... Шпилик такой. Но это новые планеты, им еще расти, расти. Executive Tower, вот он. Да. Три района дает. И единство дофига. Empire Size Effect минус 1% за каждый этот Tower. Вот что нам не хватало. Нам не хватало Tower'а. И, кстати, на каждой планете нужно будет по крепостице поставить. Давайте до 6 доведем количество на новых планетах районов, просто чтобы слоты зданий заранее подготовить. О, кстати, плюс один район добавился здесь. Милитари тоже можно до 8, наверное, поднять. Титан. Output металлургистов. Это, конечно, хорошо, но давайте военные техи уже поднимать, в конце концов. Ой, качнулись все. О, Pop Grow Speed. Сейчас всем протыкивать скилл-поинты нужно будет. Так. Деточка. Ты, деточка, вот так. А ты, наша прекрасная прелестница. Министр обороны. Шикарная просто девушка. Талант. Гейл спид, видимо, выберем. Да, кстати, надо чекнуть, нет ли у кого застрявших скиллов. Есть у Ношера как раз таки, у нашей девочки-министра. Министра. Чё я тебе качал? Вормания и, по-моему, Star Ocean. Да, потому что он Navy Capacity дает, апгрейд. Construction Speed, Ship Initial XP. Чувствую, у нас experience кораблей будет... Просто жесть. Потом поинты будем тратить на всякую веселую чепуху.
Так, оружие, оружие. Ракеты я не хочу использовать, а вот страйккрафты нам, по-моему, пригодятся. Я вспомнил, что я забыл. Во-первых, где ты, прелесть моя? Научный комплекс. А во-вторых, нам же нужно заселить кольца. Тянками. И это... Блин, ну я не знаю, может быть все-таки одно кольцо под... Нет, нет, это не энергия, это торговля. Жрать не надо, промышленность тоже не надо, потому что это мы в другом месте можем делать, планеты превращать. Все, поехали. Improved Strikecraft. Что тут еще есть из боевого? А, Battleship. Может, это повлияет на них чудесным образом. Все. Тут у нас это очков, конечно, дофига будет даваться. И науки дают по 1000, 1800 в целом. Так что это очень хорошее. Давайте два района добавлю все-таки. Сан-Диего. Эта девочка у нас командорша планетарная. Conscription Agent. Видимо, она будет у нас там заниматься наймом армий. Активным. Пенсильная планета, понятно, заполнена. Ноночка апнулась. Хорошо, девочка, молодец. Она у нас ученая. Сейчас Executive Tower надо не проморгать. Дополнительно страйккрафты на каждую планету. И. Блин, саундтрек, конечно, Machine Age просто мое почтение. Шикарнейший. Кризис 4-го левела предлагают взять. Энигматика, энкодеры, декодеры. Вот декодер, кстати, можно взять, потому что он хороший. Executive Tower, все. По-моему, это все строения Азурлейна, которые нам будут нужны. Поехали по всю эту мелочевку выгребать. Так, соответственно, Executive Tower. Вот он. Плюс 3 района дает он все-таки, да? Да, maximum number of districts, slave output, administration capacity, это старая, и Unity Output. Administration Capacity — это в те времена, когда вот это можно было Empire Size компенсировать этим capacity. Строится оно дофига, стоит еще более дофига, но стоит оно того, стоит, конечно. А нет, еще крепость будет. Еще крепость у меня не исследована. Так, тенсильная. А, может Executive Tower строить? Да, это крепость, по-моему, 79 попов требовала или 80. Какая же офигительная музыка все-таки в Стелларисе. Машинная. Дополнение. Там, в принципе, из этих 7 треков можно как мини-плейлист открывать и слушать с огромным удовольствием. Релик, релик, релик. Все ли доп здания ты построил? Чисто допы, которые нужны. Похоже на то. 383 дня, и это со всем нашим безумным разнообразием бафов на скорость строительства. Просто дичь.
Виздом Кубы, Хабитейшн. Короче, тут еще такая очередь строительства, что можно задуреть просто. Новые планетки пока не трогаем, пусть они подрастут по попам. Подкопятся там. Так, Азур Примус. Ну, единство. Это Элен Зум исследовали. Боже мой, зачем мы в зоопарке? Фортресс, кстати, нам пригодится. Канпаку. Efficient Staffing. Ты, девочка, у нас теперь тоже на планете сидишь. Ничего из этого не нужно, только геологи эксперта можно взять. А, и так как ты сидишь на планетке, стой, вернись. Моя хорошая. Сяо Си. У тебя уже все взято, что нужно было. Ты у нас была исследовательницей космоса, да? В свое время, да, космологист у нее перк. А, вот он. Есть перк на баф джоб. Все. Advanced Strike. Azure Fleet Anchorage. О, люди. Там же еще азурная это верфь будет. Только где, правда, не помню, но где-то будет. Так, еда. Да, нам, наверное, пригодится, хотя мы уже 1000 добываем, не пойми где, не пойми как. Вот здесь, наверное, жратва течет. Да. Жратва! У меня же был этот Nutrition Plentitude. Еще 10% прироста, еще 5% счастья. Да. Это прям супер must have. Это наш юан. Во, артиллери фокус, наконец-то. Food from farmers. Construction, ладно. Единство. Это нам ничего не дает. Но самое интересное вот это. Мегалогистик хаб и мега констракшн спид. Это можно попов делать из красных алмазов. Нифига не невыгодная штука. Fleet Headquarters. Никогда не строил. Потому что за, ну, как бы, ну, вместимость флота единство, вместимость он у нас, сами видите, растет. Как на дрожжах. Ну, в принципе, исследуем, что, пусть будет. Блин, ну вот вы, блин, все мои цифры перепутали. 2, 3, 4, все. А в Галактическом Совете что-то обсуждается. High Consequence Protection. Не, не надо нам развивать. Вот начинается вот это развитие этих дурацких, как их там. Overwhelming Flood. Что-то какой-то он у тебя не overwhelming нифига. Что так слабо? Компьютер. Бастион Корсер. Потому что это Корсары, а не его флот. А, компьютер сломался, у него своих кораблей опять не строятся. Да нет, вот строятся. Не, он что-то строит. Да не, нормально у него все с флотом. Что-то цифры такие маленькие просто. Это я перебафанный, наверное. Макс-дистрикты. Да, Science Nexus Construction. The future is ours. Согласен. Будущее наше. Давайте строиться. Синтетическое латте. Просто я что-то смотрю тут поэтому. По... Как бы... По Галактическому Совету. А, экономика у меня зверская, типа. Попов дофига. Вот чё. Ну, экономика зверская, потому что я редких ресов и науки произвожу просто дофига. Наверняка в этом дело. Так, где мой этот?
Где мой Mega Construction Logistic Hub? Или что, он не обновился? Или нужен месяц, чтобы он обновился? О. Апгрейд этой производилки попов. Виздом куб инженер. Это нам надо. Это нам надо. Плюс один макс дистрикт мы на все получили. Хорошо, конечно. Так, ну это наша прекрасная... прекрасная Элизия апнулась. Кстати, можно купить адванс за 50 стар выше. Вот. И плюс один цивик, кстати, ей взять, как правителю нашей империи. Сделать реформу. Ну, потому что остальное, в принципе, неплохо. Population, happiness, faction, approval плюс 5%. То есть успокоить наши фракции она немножко может, если купит скилл. Но цивик, мне кажется... Блин, плюс 20% кораблям. Ship weapon range 10, starship engineer. Это звучит офигительно. Но мы не можем купить все и сразу. Но, блин, это такой мощный перк. Не, надо его брать. Потому что, ну, ship weapon range 10% на всю империю. Это просто... просто нечто. Что у тебя еще есть? Президент галактики уже выкачан у нее. Офигеть. И эта штука выкачана. Senior менеджер. То есть у нее есть доступ к любым разделам, включая ученых, военных. Это, конечно, забавно. Вот это хочется покачать, потому что здесь Resolution Speed, на самом деле, это на планетарные десижены влияет. Быстрее планетарные десижены будут проходить. То есть, если посмотреть, допустим, 240. А это будет влиять напрямую на скорость превращения азурлейновых планет. Ну и не говоря о том, что снижение как бы содержания по вот этим вот штукам нам тоже как бы хорошо. Указов. Enigmatic Decoder. Wisdom Cube Control. Размер империи. Civic Slot. Red Diamond. Wisdom Cube Production. Slayer Military System, какие-то перки еще открываются. Тут просто глаза... Не, ну, красные алмазы, это всегда пик, который делается без каких-либо... No-brainer, короче. Думать нечего. Берешь и пикаешь. Слушайте, Акаба Рентара качается как какой-то вообще безумец. Люка докачала свою штуку. Грейдилка, точнее, апгрейд строительства попов. Это новые типы интерсепторов, кстати. Вот она. Естественно, она строится в первую очередь везде. Если только где-то не ситуация, что, ну вот, здание почти-почти достроилось. Кстати, оно
не требует много попов для того, чтобы угрейдить на маленьких планетках. Так что мы сейчас немножко роста себе, конечно, прибавим. А, вот откуда у нас взялось. О, как тут попов теперь не хватает. 119 джо. Ну, правда, в основном это клерки, конечно. Ладно. Ладно. Чё уж там. Да, кстати, где мои дополнительные мегалогистик-центры? Я чуть не понял. У нас 3 из 4 вон. Вот он. Родимый. Молекулярные фабрики добавим еще. Fleet Headquarters. Мега Шипьярд, кстати. Кстати. Очень нам пригодится. Так, все, закрыли Endurance. Не самый он, конечно, полезный, но... Тем не менее. Когда мы уже флот начнем строить? Ой, когда я решу, что со старбазами делать? Интересно, позволит ли мне игра здесь мегаверф поставить? Или она в Готре будет? Значит, система Готра будет мега ярд 1. База, соответственно, мега ярд 1. И вот здесь мы как раз и будем заниматься производством флота. Флит Академия, Крюкотерс и апгрейд базы. Так, на столице будет вторая трейдхабовая база, которая будет через портал связываться с всеми отдаленными частями всего на свете. Скажем так. Ее грейдим. Дальше. Гэппин-Мо у нас будет детект станцией. И тоже через порталы она будет следить. А у нас нету технологии детекта еще, да? Так. Не хватает кое-где зданий на этих самых станциях. Потому что еду мы можем, как видите, частично сюда переложить и не париться. Кстати, Deep Space, вот эти Black Sight'ы тоже пригодятся. И, наверное, скоро нужно будет весь этот менеджмент как-то срезать, начинать. Так, окей, все, пока хватит. То есть мы грейдим базу на мегаярде, грейдим базу на детекте, мы грейдим базу на столице. Это у нас вторая трейдовая станция зачем-то. Давайте ее тоже тогда грейдить, раз уж... Раз уж пошло такое дело, может, она отсюда будет собирать что-то. Gilded Starflock, Unknown Orders. Так, поехали дальше. Supremacy. Поможет нам корабли строить. Так, ладно, здесь сделаем паузу. Извините за паузу.
Даночка. Даночка у нас сидит на корабле сейчас. И, в принципе, ничего не делает. И продолжать будет ничего не делать. Что полезного мы можем получить? Мы можем вообще ее на ежегодный майнер артефакт прокачать. Ну да. Археологические навык, это бафы на ресерчеров, ай-дизайн. Job production ресурс, робот, вот тут механика completion assembly, ну такое. Просто науку делать, наверное, нет смысла. Салваджер она. Так, новые компоненты. Вот он, Азур Стардок. Шип апгрейд, кост минус 50%. Это нам надо. И Мега Шипьярд мы тоже сейчас заложим, чтобы не забыть. Ха. Бафалка для кораблей. Снижающая ресурсы от джоб. Ну, такое себе. Генетику поизучаем. Еще один баф на весь совет. Это наша девочка. Head of Research. У нее Ascender 4 левела уже будет. Прекрасно. Здесь military build-up, кстати. Мы же собираемся скоро корабли строить. Я цен накачала компьютинг. Ношера накачала Гейл Спид, чтобы наши корабли летали как безумные. И Бельфаст, собственно, тоже докачала себе экспертизу Войткрафт, допустим. Хорошо. Так, апгрейд попов. Я сделаю там был еще один. Science Nexus Hub. Соответственно, вот здесь вот Мега Шипьярд ставим. Не только лишь 20 слотов производства кораблей, но еще и плюс 100% скорость производства. Так, шипьярды тогда мы отменяем пока. Один обычный оставим. Все, Executive Tower построились, да? Отлично. Empire Size существенно снизится. Civic Slot добавили. Так, давайте двигатели доизучаем. То ну, без двигателей как-то совсем грустно. Ship Build Speed. Начнем с Ship Upkeep. Потом будет Ship Build Speed. Civic Slot. Так, а тут интересный вопрос. У нас сейчас Т4, Тир-4, связь со звездной клятвой. Можем ли мы... А, кстати, вот еще кто-то, Ядсен у нас должна получить какой-то перк. А ты у нас, девочка, кто? А ты у нас Кримсон Примус. Ученая, сидит в совете. А, Сендер она уже прокачала. Слушайте. Так мы будем еще качать вот эту штуку на дополнительные статы кораблей. Да? Да? Так вот, если мы сейчас... Что за стар алтарь? Replace рулера можно делать. 273 Starwish Point у нас есть. Если мы возьмем Элисию, insufficient level, она нас просто любит. Insufficient level, нам нужен пятый левел, чтобы еще один civic point взять и сделать сразу же грейд, который даст нам плюс один civic. Не уверен, что второй цивик нам очень нужен, но
Будем к этому, видимо, двигаться. System Capital комплекс тут уже делается. Это хорошо. Так, тронная планета. Можно расширить. Эти все здания, конечно. Ой, сколько мы тут энергии производим. Так, ну, клерки-трейдеры можно сносить. Да. Обычных ученых тоже уберем. Парочку вот этих, чтобы слоты здания освободить. Вот. И белые кубы. Основа экономики. Плюс две штуки. Соответственно, здесь тоже белые кубы. По 4 их на планете максимум можно делать, поэтому не стесняемся, нам это очень понадобится. Что у нас по коробкам производства для кораблей? 66 штук в месяц. 6500 у нас всего. Nourishment комплекс для пищевой планеты. Ну, давайте. Кстати, о пищевой планете. 73 попа. Давай, стройся. Это новые планетки 3. Латте у нас работает. Energy плюс food. Здесь у нас energy должно качаться. Но мы уже поставили штуку на энергию. Здесь больше ничего интересного нет. Осталась только эта продвинутая крепость. Гипердрайв есть. Давайте дальше боевые технологии доизучивать. Цивик я все-таки хочу второй взять и тогда уже делать апгрейд империи. Так, она Азур Примус. Что нам интересно? Нам вообще единство, конечно, интересно. Вот. Lord of Codex. Президент Галактики. Президент Галактики, да. Четвертый левел. И реформер. Так. Дрейк, она у нас эксплоер. Она может тоже нам добывать ежегодно майнер-артефакты тогда. Evasiveness пойдет. Так, Point Defense есть. Шилды. Азурдоки. Planetary Dockyard есть. Нас интересует, в первую очередь, реактивная броня. Значит, технологии сейчас лидеры еще экспы налутают. Военная планета. Здесь бы я парочку еще районов построил. Дефлекторы, шалды. Мегакэнон. Виздом Куб Фактори, кстати, прогрейженная. Ой, ну это нам надо. Да, это нам надо. Это наши базы. Бадукан. А, это которые я дополнительной едой и вместилищами ресов снабдил. Принципе, база у нас 255, 252 еды дают. Очень неплохо. Марко Поло, она сейчас уже работает на планете, значит, ей нужно вот этот вот скилл качать. Adventurous Spirit, Geology Expert. Короче, да, бесполезные вещи. Cooperative Research Channel приняли в совете. Во, вот она, вот эти перки. Кстати, к вопросу о перках. У нас же было это возвышение из самого Азурлейна. Где оно, кстати? Почему я его до сих пор не взял? И что для этого вообще нужно? Для этой эволюции?
Has trade consent. А как получить этот trade consent? Непонятно пока. Консумерница нам пока не нужна. Все, эти планеты просто строятся. Так, трейдовая база. Трейд-хабы достраивает. Грейдится в Star Fortress. Здесь продолжаем качать Supremacy. Здесь у нас еще 4 кольца. Да, вот и 4 кольца. Консумерница, Nourishment Complex. Биореактор, блин. Надо выгребать все эти техи. Так. Нам нужно будет 4 лидера на науку. Не странно. А что еще раздают мои автохтонки? Счастье, эдикт фонда, привлекательность принципов. Ну давай. Да. Во. Research Ring World. Прям красота. Арбор Планет, конечно, здорово, но здесь максимум ресерча будем сейчас собирать. Ну и, соответственно, простройка пока базовая. Нужно, чтобы здесь попы завелись. Попов нам нужно будет тьма тьмущая. И 4 обычных лидеров нанимаем сейчас для того, чтобы они были научными. У кого нету никаких unique скиллов. Соответственно, здесь на планете нужны 4 перка на research job. Еще сходу один перк получаем. Так. Можно вот это взять. Тут Population Grow Rate плюс 40%. Society at Researcher Biological Population Assembly Speed. Как вариант. Это физика от ресерчеров. Инженерка с Planet Build Speed. Ха. Это просто ресы. Но на самом деле социологический вариант мне нравится больше, потому что там рост попов. Ага. Это раз. Это два. Confirm. У нее, соответственно, то же самое. А, нет, подождите, а у нее Blue Cruiser Commander скилл есть. О! А, их нельзя нанять пока что. Не может быть сайентистом. Ну, ёлки-палки. Так. И последнего лидера
какого-нибудь. Так. Так. Окей. Все еще Т4. Т5, непонятно как. Лидер рекрут лимит 32. Окей. Значит, пока что у нас все хорошо. Шестым левелом они сразу пришли. Офигеть. Вот это да. Вот это да. А, ну мы потеряли, кстати, плюс два района от нашей лидерши, которая управляет сектором. Ну ладно, это не страшно. В принципе, лучше качественные джобы. И еще скиллы им нужно поднять. Обычные. Они, кстати, киборги, так что дополнительно тоже науку бафают. Это прям хорошо. Celebrity. Architectural interest. Давай. Лучше такт. Аналитик. Коллаборатор. Engineering focus. Все знаем, инженерка это всегда проблема. Архитектурный интерес, архитектурный интерес, аналитик, коллаборатор, инжиниринг. Повезло со скиллами. Unifier, архитектурный интерес, аналитик, коллаборатор, инжиниринг. Повезло со скиллами. Customize Assistant. Не очень повезло со скиллами. Коллаборатор. Инжиниринг. Окей, скиллы нужные взяты. Целых 4 планеты, которые будут еще на науку пахать. 10 тысяч науки у нас, но кажется, что это немного. Кстати, по поводу немного науки. Кризисных очков у нас 27 тысяч, нужно будет 45. Мы можем частично перестроить синаптик латы с вот этих штук на вот эти штуки. Да, мы чуть-чуть потеряем нейрочипов, но получим науку. Ставим один район для красоты. Так, ресурсы от job, upkeep job, pop purchase speed, pop housing usage. Ага, то есть можно еще качать эту штуковину будет. Биореактор. Давайте штуку на единство. Wisdom Cube Factory, Quantum Drilling Plant. Тоже хорошая штука на минералы, можно где угодно их тогда собирать. Азума. Азума у нас должна быть Refinery Focused. Можно Distribution Manager, в принципе, взять. Почему нет? Тоже пригодится. Ничего, строимся дальше. Auto Curating Vault. Synaptic Sustainer. Сеншен перк возьмем лучше. Что я только что изучил? Автокуратинг волт, окей. Бешеное количество торговли. О, мега структур комплитед. Мега ярд строится. Что я забыл сделать? Я забыл бранч офисы здесь раскидать. Сделал ли я это на новых планетах? Естественно, нет.
А ведь хочешь не хочешь, а торговля там будет. Так что сделаем ее эффективной. Кстати, по бранч-офисам надо пробежаться, посмотреть, где еще на вместимость флота можно подстроиться. Потому что остальные здания нам не особо нужны, а вот вместимость флота может и пригодиться. Тем самым можно будет меньше баз делать на вместимость флота. Сколько у нас бранч-офисы сейчас дают? 3000 энергии дают бранч-офисы. Вот так-то. Вот так-то. Так, здесь продолжаем супремаси докачивать. Сейчас военные ветки все позакрываем, какие есть. Так. Эксклюзив скилл у нее качнулся, да? Это Рейнес наша. Она у нас на сталеварной планете сидит. Вот этот скилл. Накачиваем ей. Сеттлера. Больше жилья будет. Факторатор. Чьял. Он тоже до 17 уровня поднимется в итоге. Пусть будет. Этот товарищ у нас... Кстати, генератор фокусит, может быть, у этих, у командеров. Но нам нужен майн фокус, конечно. Потому что он здесь должен минералы качать. Ну, он, кстати, очень хороший минеральщик в итоге будет. У него и базовый перк есть. Mine Marking Technical Capabilities and Related Application Technologies. Что-то важное. Mind Engraving Technology. Это, по-моему, и есть путь к возвышению нашему. Так, сталеварня. Давай. Wisdom Cube Factory. Нам нужны. Очень-очень нужны. Еще Ascension Perk. Галактический коммерческий хаб дают 4 торговца. Отличное, кстати, здание спящих от кризисного возвышения. Я бы сказал, не слабое совсем. А флаки давайте изучать. Так, мы закрыли супремаси, что, конечно, прекрасно. Это значит, что у нас теперь еще есть War Doctrine, Rapid Deployment, быстрее корабли летают и Ship Weapon Range 10%. А это, поверьте мне, самый ценный стат из всех. В всяком случае, мне так кажется. Planetary Build Speed плюс 5% будет очень кстати для нас. Что мы тут строимся и строимся и строимся. Это дополнительные базы доделались, да? Да, это дополнительная база. Ой-ой-ой, сколько сразу всех. А, ну это девчонки новые, прокачались, собственно. И коллаборатора. Инсень. Ага, советская. Советская Белоруссия. И, кстати, у них перки не выпали. Блин, энергии нужно, конечно, просто жесть на это все. Зато рост попов апаем. Блин, всю энергию потратил. 364 поинта, и мы все еще не достигли тир 5. Ну ладно. Нехватка экзотических газов? Как так? А, потому что здесь джобы все попереезжали, да? Да, надо притормозить со строительством именно всякого разного и
Ай, заняться джобами. Точнее, наполнением попов. Так, следующий ассалт, потому что там full damage, naval capacity, shield damage, ship upkeep, и там дальность будет среди перков. Ладно, мы скопили экзотических газов тьму тьмущую, поэтому не проблема. Мы почти закончили с научным комплексом. Так, что тут боевого есть? Мега Кэнон есть боевой. Тронный город тоже куча свободных джоб. Поэтому да, надо притормаживать с этим всем. Надо дать попам подрасти. Тут как будто чего-то не хватает. А, тут пищевого строения не хватает. Зурлейновского вот этого, да. Кстати, рост попов увеличивает. Хорошая штука. Так-то. А можно еще и минералку сюда воткнуть? Да? Нуришмент центр дает просто 6 джоб и базовую еду. А Quantum Drilling тоже дает 6 джоб и базовые минералы. И причем они не лимитированы вообще. Выглядит как имба. Звучит как имба, пахнет как имба. Лично производство кораблей будет ускорено на мегаярде. Это хорошо. Тенсильная планета тоже апается. Блин, сколько здесь будет клерков. Это просто страшно на это смотреть. О, Галактик Коммерс Хаб, конечно, круто. Нуришмент Центр это апгрейд его. Но здесь красный алмаз, Ascension Perk, Max, Mega Construction, Logistic Hub, Mega Construction Output и Fleet. Command Limit. Прям имба. Так что коммерческий хаб подождет, конечно. Здесь по боевым технологиям мало чего интересного, поэтому просто прокликиваем. О, да, конечно. Конечно, парни. Продолжают качаться наши героини. Красавица. Лисия просто вообще радует. 19-й левел. О, Акаба 20-й. Ему наверняка перк за это завезли. Да. One skill point ему завезли. То есть можно нашу девочку просто докачать до 20-го, и тогда она получит плюс один цивик. Что он может делать? Быть ментором. А что ему пикнул? Подождите. Что ему пикал в прошлый раз? Инжиниринг скаляра я ему пикал. Инженерку ему повышал. Ага. Не, ну вот это круче, конечно. Research speed плюс 5 на все. И 80. Ну, круче не круче, но универсальней. Отлично. Что у нас с research speed? Ну, мы приближаемся к 500%, но еще не приблизились, к сожалению. Здесь рост попов замедлен нашим жабоквакам. Нас инсультят. Вы понимаете, что нас инсультят? Ой, божечки. Страшно-то как. Так.
Соответственно, будем грейдить этими поэтапно. Science планета. Астрал Сифон. Четыре Академии. Галактический коммерческий хаб. Ну, конечно, круто, но... Alien Zoo тут можно поставить. Ёлы-пал. Автохтонку забыл. Так, минеральница. Минерал Purification тебе нужен будет. За квантум дриллингами можно будет обмазаться. Астрал Сифон. Автохтонка. 4 сети дистрикта. Вот так вот, выстроив у себя в голове некий паттерн, по которому мы будем грейдить колонии, можно, в принципе, жить. Так, рефайнинг-центр нельзя построить, потому что нужно больше попов. Газ-кристаллы, chemical. Просто, чтобы было чем народу заняться. Астральный сифон. Автохтонка. Четыре района. А ты минеральная у нас планета, да? Минерал Purification. Астралка. Автохтонка. И четыре района? Чё, все, что я построил? Да. Да. Все. А, стоп, я не проверил, можно ли у них тут сделать что-то из майнд-нетворков. Нет. Пока майнд-нетворки недоступны. Окей. Теха. Скорость строительства. Теха на гауссы. Да, пятые уже. Милитари билдап активируется. И он будет... 13 лет. Окей, мы успеем построиться. Это наш министр обороны, опять же. Она уже все прокачала из этих двух, что могли нам помочь. Добав на армию. Brave New World. Extra Population, Habitability, Colony Ship Construction Speed, Colony Development Speed. Плюс один поп при заселении колоний. Да, можно ей вот это вкачать, кстати. Она уже хорошим прям адмиралом, наверное, не станет. Хотя, если я сейчас ей вкачаю Precision Fire, который рейндж плюс 20 дает, то вполне себе она может еще стать очень хорошим адмиралом. Да. Так, по агенте. Пусть будет счастьем. Бельфаст докачивает свои штуки. Яцен докачивает свои штуки. Еще кто? Ношера. Арми. Planetary Defense Army. О, Армада Лоджишн. Это нам пригодится, в принципе.
Ну и, соответственно, нет. Нету новых. А левел мы не апнули. Т4. 375 поинтов. То есть нам нужно... Наверное, до 400 подняться, и тогда новый левел откроется. Или до 500. Думаю, дело в этих будет. Циферках таких. Кстати, ТМСы стали проседать сильно. Где у нас консумерная планета? Азур дизайнер, кстати, джоба сменилась. И трон на консумерке еще. Качнем. Должно хватить. Там видно будет. Сплавы куда-то ушли. На джобы. А, белые кубы. Белые кубы. Так, Ноночка, ты у нас сидишь, науку бафаешь. Соответственно, ты... А, у нее вот этот скилл как раз нас разгонял. Вот это можешь качнуть. Ну, я не знаю даже. Геологи эксперт. И девочка Азур Примус на единство. Так, кинетику мы вкачали. У нас теперь кинетика Азурлейновская открылась, но мы сначала дефолт весь выкачаем. Так, это мы вот эту вот штуку, запись разума, докачали. Advanced Shield, Session Pierre Unlocked, Мега Логистика, кстати. Тоже от... Ага, Intelligence Service Center плюс один Max District, и за каждые 10 попов получаем джабу, которая бафает все остальные джабы. Вот это вот еще нам нужно будет везде построить. Ага, смотрят, короче, они. Теперь. Вот он, Mega Construction Logistic Hub. Грейдим дальше производство. Ага, это, короче, материализм, идеализм, бранч. Материализм, интегрировать alien рейсы зеленые, в механиков переделывать. А идеализм... Будет их загружать персоналити матрикс. Вот мы хотим идеализм. Персоналити матрикс мы хотим. Тем более, что у нас материалистов маловато. Они все недовольны вообще. Вообще все недовольны мной. Ну и ладно, ну идите, катитесь колбаской. Да, белые кубы в производстве ударили нам, конечно, по возможностям. Мега шипьярд кор готов. Доделаем мега шипьярд. Так, от Mind Imprinting Technology. Так, теперь надо правильный ответ выбрать. У нас есть две опции. Кастомизованное бионическое человеческое тело. Unique metal cube core will allow them to engage the most support occupation. The second is to store the personal wheels in the mind engraved record or the service terminal. Да. Mind personality matrix хочу. Для этого мы и пойдем завоевывать разных соседей. И записывать их попов в матрицу. То есть у нас станок матрица есть, и мы еще одну матрицу сделаем. Так, ship weapon range 20%, ship upkeep минус 10. Ну просто имбаланс на имбалансе. Сколько зданий разных красивых?
Ладно, здесь растем. Здесь он у нас. Трейдеры нам производят энергию. Да, и в принципе торговля будет расти. Так, Мегаярд грейднуло. Здесь нужен Азур Стардок. На этой базе. И грейдим ее. Потом мы завозим здесь планеты, ставим на них мегаструктуры, которые еще добавят слотов в ярде. Сервис-центр. Сервис-центр. More brutal. И вот это сначала. Так, нам нужно его теперь воткнуть везде. Вот, Intelligence Service Center. Соответственно, в Трон Сити нужно будет еще пару районов тогда добавить, а то слоты зданий заканчиваются. Тут просто будет такая жесткая игра в высокую в Азурлейне. Это просто ужас. Планеты будут реально огромные, но оно и прикольно наоборот. Два сити. Макс Дистрикт плюс один, это как бы круто. Это пищевая планета. Здесь, соответственно, мы строим тоже эту штуковину. А? Надо 60 попов. А-а-а. Вот мы и присели немножечко. Да, индустриальная планета тоже еще не развилась, оказывается. Так, вот здесь, кстати, можно вот эти штуки прогрейдить. Быстрее попов построим. Вот, здесь уже есть эти 60 попов несчастные. Энергопланета, да? С сингулярностью. А пищевую мы уже не можем поставить, да? Очень жаль. То может всю планету потом пустить просто чисто под энергию. 141 джоба доступна на этой планете. Вы с ума сошли? А, ну из них 90 это клерки, конечно. Ладно. Тут просто жилья никогда не хватит на вот это все. Великолепие. Надо будет как-то экономить жилое место. У нас продолжаются массовые левелапы. Так. Ботлорд, конечно же. Киборги. У нас все киборги. Ботлорд. 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 Хорош. Военная академия. Я все пытаюсь налутать последнее здание, которое в социологии должно быть. Так. Winter Build Speed плюс 25%. Да, мне это нравится. Прежнему с редкими ресами проблема. Минус 19 газов, но мы с этим справимся. О, наш адмирал апается. Что у него за скиллы есть? Он Evasion качал. Хороший. Давайте Commanding Presence-то качаем уже. Хеология. Азур Парадайз Дом. Еще и вот этот вот я забыл, нужно везде ставить. Он тоже даст масс дистрикты. Плюс один. Кто-то продолжает уничтожать несчастных. Так, планетарный билд спид надо продолжать собирать везде, где только можно. Science Nexus Complete, ура. Фен Ханабис Релик стал экумом полноценным. Нифига себе, господа. Нифига себе, господа. Это значит, что ты справился, экум. Экум должен быть на сплавы, да?
Ну да, тут парень на сплавах предполагал это. Что мы еще можем сделать? Рефайнинг центр сразу долбанем. Виздом куполой фурнас. Слоты в здании тут не разгонишься, кстати. Потому что на Экуме тут не достраиваются слоты зданий. Министерство производства, конечно же, и остальное останется под Азурлейновые здания уже. Видимо. Ну да. Рейнес Тауэр даст Алоис Джо плюс 5%. Ладно. Пусть будет. Галактические торговые штуки. И еще два здания нужно будет здесь для того, чтобы... Только это теперь не Harbor Planet. К сожалению, это теперь и Каменополис Фаундри. Хотя. Build Speed, Arcology, Build Speed, Металлургист Upkeep. А вместо этого мы получим Grow, и кубы, и все на свете. Короче, да. Да, жилья на Экуме зато будет дофига. Влияния по-прежнему не хватает на все мои хотелки. Это просто страшно. Сколько его надо. Так, ну ты растешь, да, ты наполняешься попами. Мега шипьярд онлайн. Все, то есть мы, короче, мегаструктуры построили. По-хорошему, надо бы выбрать место, где мы будем строить эту сферу Дайсона. Говорят, полезная штука. Тут у нас звезда на 5 энергии. Тут у нас тоже звезда на 5 энергии. Но да, это похоже, что самые вкусные звезды. Тоже на 5 энергии. Давайте Dyson Swarm Array построим. Кстати, я вот эту штуку догрейдил-то хоть. Ну, догрейдил, ну что-то она там приносит все это время. Так, торговая станция. Давай в цитадель тогда тебя грейдить. Это, кстати, тоже надо не забывать грейдить. Она у нас детектором потом будет. Во. Во, ну нормально, кстати, науки дает. 4000 эта штуковина. Без особого падения по нейрочипам. Это прям ух. Azure Paradise Dome. Creating Heavenly Planet. Вот оно, эта штука. Да, Azure Paradise Dome. Creating Heavenly Planet. Кинетическая артиллерия. Так, тут нужен этот. Метрополитен зон срочно. Хочу этот. Слот зданий получить. Конце-то концов. А вот и Люка пришла апацам. Генералы от майнеров. Шипфайрейт. О, это тут кто-то раскопку нашел. Ничего себе. В джоке. Кинетическая артиллерия. Пешечки, кстати. Не, Планетари Билд Спид хочу. Вот это вот в первую очередь. Так, дальше. Дефенс, что ли, вкачать? Да, давайте, там есть Planetary Build Speed внезапно.
консумерница, как ты там поживаешь? Будешь нам ресурсы приносить? Будет нам ресурсы приносить. Обещали, что будут. Еще Archaeological сайт. Но это здесь у меня. Как он там обнаружился, интересно очень. Space Amoeba. Кстати, артизаны здесь живут. Creating Heavenly Planet. Вот. Синаптик сустейнеры всякие. Эти внурешенные центры. Так, Heavenly Planet. Heavenly Planet — это Paradise и Luxury Residential District, Ecological Conservation Area, Stalligraphic Mining, Luxury Industrial Science Research. Вот эту планету можно перевести в Heavenly, потому что ей пофиг, в принципе. И в принципе пофиг. Она Гайя, будет Heavenly, ну какие-то там районы воткнем на остатки. Потому что у нас, видите, будут лишние районы из-за того, что мы... Не, Heavenly надо, короче, вот эту фудовую планету переводить. И будем смотреть, потому что я не помню точно все районы, короче, планет. Надо смотреть. Столеварница апнулась. Вроде как. Еще скорости строительства подкинули. Improved kinetic cannon. На троне мы продолжаем. Trade hub. Стебафалки на рисы были. Так. Да, растим попов. Dangerous Road. А, это то, что архивировать умы наших лидеров можно делать. Mind Imprint Archive Project. Да. Это опасная теха, в том числе ведет в итоге к кризису Азурлейна, что просто прекрасно. Тут еще один шторм где-то произошел. Ну и ладно. Вот, теперь у нас есть вот эти чуваки. Ресурсы от жоп плюс 3% за каждого челика. Ну это ж просто чудесно. Нуришмент центр. Аспис Бастиан. 6 солдат дает. Но при этом не является FTL-блокером. Ну блин. О, вот, кстати, Fleet Command Limit я хотел. Proofed Kinetica. Улучшенная пешечка. Что, Metropolitan Zone перестал давать слоты зданий? А у нас слоты зданий тут в принципе, короче, не бесконечные. Подстава. А, тогда придется реплейсить вот это здание. Что мы там строить хотели новое? Азур Парадайз Дом. Макс Дистрикт плюс один. Ресурс сторидж и хаузинг аменитис. Прям шикарная штука. Потому что как раз таки с хаузингом у нас вечные проблемы. Нам не хватает именно жилья, чтобы по районам там нормально разогнаться. Азур Парадайс, Азур Парадайс. Причем его, по-моему, можно делать вообще практически везде. Нет, надо 29 попов.
Но он как бы очень пригодится с учетом вот этих вот дополнительных джоб. Так. Релик. Вот тут тоже, кстати, со слотами зданий будет напряг на релике. Возможно, астрал сифоны придется посносить. Угу. Ресовая, минеральная. А, ну да, тут несчастный этот обитат, на котором не хватает районов очень-очень жестко. Кстати, Planetary Mind Network System можно сделать. Пошел процесс. Агенда готова. Очередной баф опыта. Да, девочка у нас очередное благословение берет. Naval Capacity, Ship Construction Speed, Army Build Speed. Когда в войне, increase ship weapon damage and rate of fire 25%. Ну, прекрасно. 20-й левел. Господа, у нее 20-й левел. Мы до этого дошли. Пусть будет Superior Colonies. Так, Head of Research, девочка, тоже 20-й. А Кабы вообще 21-й взял. Он, конечно, безумный чел. Картографер, терраформинги будем делать, наверное. Экспертиза Propulsion. И Элисия у нас инвестор, видимо. Красота. Так, теперь мы заходим сюда и наслаждаемся. Ятсон. Хэд. Она у нас руководительница. Можно ресерч спид бафнуть чего-нибудь вместо грейт ментора. А какой у нас ресерч спид в разных районах науки? Кстати, все равно можно инженерку брать. Да, и можно инженерку брать. Пригодится. Council Limited. Потому что инженерка у нас что-то отстает. Да. Belfast Head. Ей можно взять не инженерку, а социологию, кстати. Потому что физику там мы еще настакаем дофига. И Элизия. Элизии мы можем купить во еще один перк и сразу взять два. Один на цивик, и Council Agenda будет работать круче. Да, это я хотел. Еда консумерки, дофига минералов. Лидер experience gain, mining research station output, unity from job, population happiness, faction approval faction. Вот это вот я бы взял, чтобы мои фракции так не бузили. Oh yeah, baby. Все, advanced skill points она уже набрала максимум. О, да. Теперь как поживают наши фракции? Давайте посмотрим. Во, political charm плюс 5. Все, кроме монархистов, больше не дебафают нам. Надо кого-то вассалы засунуть, они будут довольными. Дебафают нам счастье. И помимо всего прочего, у нас теперь есть два цивик перка, которые мы можем добить. Что мы можем взять?
Ship Weapon Damage, Army Damage, Empire Size, такое себе. Специалист по Resource Output 10%. Рост попов от эмиграции 75, Trade Value 3%. Старбазы, старбазы. Виздом кубы. Эксперты перестанут жрать единство, когда производят виздом кубы. Most dog expert classes will produce more resources. Port area management jobs will be enhanced. Блин. Тут еще и джобы как-то инхенсятся. Это интересно прям. Наверное, вот эти вот два security джобы будут улучшены. Специалист ресурс output. Надо заново совет собирать, блин. Так, Head of Research. Это у нас была Белфаст. Дальше министр обороны. Здесь понятно Ношера. Далее у нас была Азур Примус. Специалистов бафает. Фарсала, по-моему. Далее у нас был Кримсон Примус, будет Акабе, Рентаро. И последняя джоба. Голден Примус нет. Chief of the War Council. Weapon Damage. War Exhaustion нет. Министр производства. Директор фронтирной науки. Да. Research Speed, потому что. И теперь это Ятсон будет, а не Акабе. Все. Совет пересобрали. Редких ресов по-прежнему нехватка чудовищная. Потому что наш... да. Наш несчастный хабитат страдает от недостатка рабочих рук. И страдает очень серьезно. Я продолжаю на нем строить какие-то срани. Так. Это пешечки апнулись. Вот тут еще... Гигапушки у нас. Министр обороны Ношера. Naval Capacity, Docket Ship Upkeep. Окей. Ну, у нас уже Capacity сколько, ё-моё. Как там ресовая вторая планета себя чувствует? Ну, она начала что-то делать, но... Пока здесь попы народятся, нам попов нужно. Ох, как нам попов нужно. О, Азур Флит Команд, бла-бла-бла. Флит Команд Либит Шип Стартинг Эксмит Докет Шип Апкип. Короче, шикардос. Сколько у нас уже вмещается в один флот? 605. А мы еще на каждой базе по пятерочке будем добавлять. Того флоты у нас будут здоровенные. Что, конечно, хорошо. Mind Imprinting Technology Eternity. Все. Mind Archives добавлен. Research Speed 25, ресурсы от Job и Upkeep 25 и 3 Red Diamond. Все. Теперь мы можем перерождать наших лидеров, и они могут жить вечно. Так. Ну, давайте ракеты поднимем. Сейчас Mind Personality Matrix еще у нас доделается. Ну, короче... Девчонки уходят в отрыв. Он накидала, блин. Левелапов. А, ну 4 из них это мои девочки-ученые. На кольце сидящие. Это Дрейк. Зурный Примус. Реформер. Единство у нас тонна.
Вот, Mind Personality Matrix. Здравствуйте. Ресерчеры от пута, технишины от пута, а самое главное вкусное. Planetary Build Speed. Всегда без очереди идем. Все, мы за 500% перевалили. То есть, условно говоря, с трудом, но мы кризис блокетов можем пережить. Ну чё, Mind Personality Matrix ставим на столице. И нужно ее распространять. А, на столице ты поставить собрался. Дофига ты на столице поставишь, друг мой. Ладно, пожертвуем одним Wisdom Cube фабрикой для постановки Mind Personality Матрицы. Теперь, по идее, мы на всех планетах еще должны поставить такую фигнюшку, которая эту матрицу распространяет. Только ее пока нет, видимо, пока я здание не построю вот это. Он почти год строится, надо сказать. Так. С платформы АПМ. Турукистов АПМ. Новые аслоты. Строимся, парни, строимся. Давайте. Попы уже дорого, наверное, стоят. Да, в два раза дороже, чем в начале. 1000 попов все-таки. Так, Азур Флит Команд Хаб. Эту штуку нам нужно на каждой старбазе построить. И строится она вот сюда. Вот она. Год. Но оно того стоит. Больше флотов можно крупных делать. Более крупные флоты можно будет делать. Ну и плюс, да, бафчик. Бафчик все-таки на экспу. Припарковать корабли можно будет по дешевке. Нам тоже пригодится. Ладно, дорогие друзья, на этом, я думаю, буду на сегодня заканчивать. Так что мы продолжаем технологии развиваться, строить экономику. Время, в принципе, идет достаточно медленно, то есть в плане времени мы очень неплохо идем в этот раз по Азурлейду, намного лучше. Если мы попробуем Джублио найти систему, то она на противоположном конце галактики, значит, воевать с котом будет непросто. Но мы посмотрим, как у нас пойдет. Надеюсь, вам было сегодня интересно со мной. С вами был сегодня Андрукун. Всем пока-пока.